Ну вот, дорогие друзья, у нас очередной участник нашего интернет-фестиваля. Это уже не просто бард, насколько я услышал, а настоящий профессионал. Очень приятно ощущать, что они пришли к нам тоже на фестиваль. И поэтому я вам дам ему слово представиться нам и маленечко рассказать о себе. Сейчас мы увидим его видеопортрет. Итак, кто вы у нас? Я Николай Самарин. В простонародье Коля Самара. Можно найти меня в интернете, ВКонтакте, так и под названием Коля Самара страничка. Что еще? Николай, мы хотели бы от тебя услышать любимые песни. Ну, любимые они все, как бы. Вот сейчас что на ум придет, то я вам и спою. Ну, тогда начинаем. Не Волга я, ты не Ока. Ты не Ока, но я река, и ты река. За нашими плечами дали, сквозь расстояния, сквозь века, ища друг друга, мы плутали. А жизнь своей дорогой шла, она нам усмехнулась грустно, уперла в скалы наши русла и вновь надолго развела. Течем спокойные снаружи, боль в синих тростниках тая. Все дальше от меня, все глуше твоя певучая струя. Но что нам дали и века? Мы из любого далека пробьемся, встретимся мы реки, как с Волгой встретилась Ока, и вместе потекли навеки. Одна вода, одна река, одна вода, одна река, одна вода, одна река, одна вода, одна река. Одна вода, одна река, одна вода, одна река. Ну, посмотрите, песня попала прямо в тему, потому что мы с вами сейчас на фестивале «Городецкий пряник». Здесь вот участники сидят. И Николай, я надеюсь, нас еще порадует чем-нибудь любимым своим. Романс. Песенка так и называется. Романс. Я не хочу вам сделать слишком больно, поэтому и ухожу без слова грустного прощай. Хотя уйти, что в сердце нож вонзить невольно, хотя без вас мне даже рай не рай. Вы спросите, зачем же так жестоко? Вы скажете, наверное, отчего? Прошу, не посылайте вслед упреков,
Ведь если я отвечу, что с того? Пусть даже я отвечу, что с того? Не думайте, что мне легко расстаться. Не думайте, что быстро все забуду. Еще труднее подле вас остаться, надеявшись на что-то, верить в чудо. Но вы меня поймете. Простите, мысленно послав, храни вас Бог. А строки эти иногда прочтете, и никаких не нужно будет слов, и никаких не нужно будет слов. Но только знайте, я в последний раз любил, а вы не ведаю об этом. Как хорошо, что это все же было. Как жаль, что кануло навеки в лету. Прекрасно, да? Очень хорошо. Спасибо. Николай. Вот можно чуть-чуть тебя переместить на солнышко, ладно? Вот, на табуретку, он сидит весь, изрезан всю задницу. Да ничего, нет, нет. Эй, давай, Никол, вот сюда вот. Думаешь? Табуреточку. Да, конечно, ты все там посидишь, а он подвинется. Мы-то думали, что ты просто так, а ты такой классный. Да ты, да вы что? Что мы тебе даже табуретку. Первые три дня перенос. Ну, что очередное мы сейчас услышим? Песенка называется «Дурак». Кстати, есть у меня очень хорошая подруга, поэтесса Ольга Сухова. Она написала стихи прямо под меня, грубо говоря. Грубо говоря, это моя жизнь. И вот эта песня выражает? Да. Отлично. В сказке давно жил-был дурак. Я не помню, где было то царство. Шапка лапти да старенький рваный армяк составляли его богатство. Он влюблен был и на нее молился всерьез, но была она жуткою стервой. Он дарил ей букеты из пышных роз, называя своей королевой. Он отдал ей, что было, свободу и честь, счастье, будущность, хрупкую веру. Знать и вправду на то, он дурак и есть, что любил так, не зная меры. А когда дама все у него забрала и отставку дала, как многим, он к виску своему не приставил ствола, просто стал ни на что не годен. Из-за пазухи вынув последний пятак, понял вдруг, что мечты не вернуть. По дороге пошел босиком наш дурак, неизвестно куда держал путь. Только
знаю, что в том не его вина и не место упрекам разным. Просто знать ничего не могла она о любви, что как жизнь прекрасна. Давно жил-был дурак, я не помню, где было то царство. Шапка лапки да старенький рваный армяк составляли его богатство, составляли его богатство, составляли его богатство. Спасибо. Ну, мы хорошо двигаемся. Двигаемся хорошо. Ну, а любимая это какая? Так все любимые, я говорю, проходных нет вещей. Все остальное плата. Сколько лет занимаешься всем этим творчеством? Этим творчеством, именно этим творчеством, 17. В 2001 году пошло творчество, после 8 лет молчания. Почему? Ну, там был, там играл я в рок-группе, и все это распалось. По определенным причинам занимался семьей. И потом вдруг, ну она же тяга все равно к музыке существует, да. И вдруг прорвало, и пригласили меня, и познакомился с хорошими поэтами, тем более с домашними поэтами. Городец, Заволжье, это моя родина. И вдруг меня, в общем-то, на 5 альбомов уже вот как бы вырвало. И в основном авторство или... Авторство музыки в основном. Свои стихи, скажем, я редко пишу. Ну, как бы и стихами-то назвать их, не знаю, как-то сложно. Но если попробовать что-то спеть на свои стихи, давай спою еще одну песенку. Конечно, одну, да, еще, да, одну песенку. Ну, отлично. Вот. Это полное авторство будет. Это будет полное авторство, отлично. Да, например. Был ненастный день. Дождик лил, как из ведра. Было грустно мне, и присел я у окна. Барабанил дождь, навевая мысли мне. Снова вижу я на забрызганном окне. Снова вижу я тебя. Теплый нежный взгляд, голубых бездонных глаз. Волосы в косе, будь то рядом ты сейчас. Я тебя люблю, говорят твои уста. Руки протяну, только комната пуста. Без тебя она пуста. Верил, что всегда будем вместе мы с тобой. И на любой вопрос есть всегда ответ простой. Но разлучает жизнь, разлучает вновь и вновь. Видно, не судьба нам сберечь свою любовь, сохранить свою любовь. Был ненастный день,
ведра. Волосы в косе. Я тебя люблю. Ну, масса аплодисментов. Нам всем очень нравится. Вот. Ну, на бис. На бис. На бис. Даже не знаю, в чем. Ну, на бис тогда уж. Уж вчера все хвалили, хвалили. Самая обыкновенная вещь, которая, видимо, становится хитом на стихи Татьяны Смирновой. Баба. Ну, баба как баба, глаза как глаза, ни губы не помню, ни брови. Я помню лишь то, что не помнить нельзя. Как вкусно могла ты готовить. Я помню лишь то, что не помнить нельзя. Как вкусно могла ты готовить. Не то чтобы очень ты нравилась мне, ну была бы хоть умной, а то ведь вино с мужиками пила наравне. Но как ты умела готовить? Вино с мужиками пила наравне. Но как ты умела готовить? Двух слов не могла в разговоре связать, зато обожала злословить. Ленивой была, но нельзя не признать, как вкусно могла ты готовить. Ленивой была, но нельзя не признать, как вкусно могла ты готовить. Всегда и во всем ты перечила мне, немало попортила крови. Я долго терпел, все прощая тебе, ведь ты так умела готовить. Я долго терпел, все прощая тебе, ведь ты так умела готовить. Но скоро не терпи, а к концу все же быть. Расстались без всяких условий. Тебя я забыл, но не смог позабыть, как вкусно могла ты готовить. Тебя я забыл, но не смог позабыть, как вкусно могла ты готовить. Спасибо. Всем спасибо, Николай. Но вот трое пришли только сейчас. Они слышали только одну твою песню. Я устал. Давайте вот так. Спасибо, дорогой. Спасибо вам за такие действия. Друзья, спасибо, что вы видели это. Ставьте лайки, отмечайте наших участников, и мы будем рады, если вы тоже захотите записываться.